Бельгии, конечно, их команда по-прежнему остается чемпионами. Все еще только начинается. Все-таки это действительно один из лучших составов за все последнее время. Очень сильное поколение игроков растет, и с ними работают лучшие тренеры. Да и сам состав очень звездный. Поэтому тот факт, что они дошли до полуфинала, действительно говорит о многом. И я уверена, что и все, я думаю, здесь Бельгии уверены, что их команда огромное будущее. Ну а пока здесь праздник французов, которых, как я сказала, в Бельгии действительно очень много. Поэтому сегодня страна будет гулять. И что интересно, нет ни стычек, ни драк, ничего. Все обнимаются, радуются, потому что футбол все-таки приносит праздник. И очень многие благодарят Россию за организацию матчей. Говорят, что сейчас везде ходят слухи, и все говорят только о том, что организация на высоте, что все проведено идеально, и что у нас вообще отличная страна. Ну разве это не так?